Всем привет, меня зовут Влад. Вы на канале Влад Мигрант. Сегодня я еду устанавливать худ. Это вытяжку на кухне. Поехали. Вот такие косульки у нас здесь гуляют. По сабдивижинам. Стоят и смотрят. Ну, одна бегает еще. Не успел. Я приехал на дом, буду устанавливать такую вытяжку, буду ставить ее сюда наверх и туда выводить вент на улицу, через стенку на улицу. Сейчас вымерю планочку, куда буду вешать, и потом буду ее туда устанавливать. Закручиваю этот редюсер сюда, чтобы потом можно было нацепить сюда трубу. Сейчас вымерять буду, куда будет садиться эта планка. Если она примерно вот так будет, нужно определить, где будет у нас наверху вот эти три отверстия. Раз, два, и здесь третье. Это мы сверлим к стенке, а на эти крючки вешаем уже сам худ. Поставлю точки, где она будет висеть. Сейчас мы засверлимся туда. Будем сюда сверлить. Получается, худ будет висеть на плитке. Наверное, так. Но мы сейчас что-то придумаем. Надо молоток. Побольше рассверлить. Непонятно, где у нас Байфорд. Байфорд должна быть либо с этой стороны, но ее нету, либо с этой, тоже здесь нет. Будем смотреть. Все, вот мы закрутили пластиночку. По сути, сама вытяжка будет висеть на этой плитке и на гипсокартоне, на котором лежит эта плитка. Если мы не попали в одну из байфор, то, в принципе, так и получается. Ну, я думаю, она будет держать. Она не такая уж, она и тяжелая.
Итак, приступим к этапу установки самой вытяжки. Так, сейчас мы ее начепим. Начепим мы ее отсюда и отсюда. Вот так. Все. Я так понял, что вытяжка, видать, дешевенькая. Ну все, выглядит это вот так. Над самой плиткой. Единственное, что по плитке кажется, что она криво. Но она двигается. А сейчас мы будем вот сюда трубу насаживать и вырежем в стенке круг. Туда повернем элвой, а с той стороны сюда будем врезать кэп. Поехали. Ну вот я очертил круг. Сейчас в этом месте буду вырезать вот такой вот пилочкой по гипсокартону от компании Milwaukee. Что-то она не настраивается фокус. Вот так. Намусорил я. Здесь стекловато. Будем резать эту часть только с той стороны уже. Сейчас вот таким пером намечу 4 дырки крест-накрест. Одну здесь, одну здесь, одну здесь, одну здесь. И уже с той стороны я смогу вырезать круг, который мне нужен, и вставить с той стороны кэпа. Сейчас будем намечать 4 дырки. Одна дырка. В таком духе. Ну все, я выпилил дырку от этой обычной сазы этой штукой. Я Никита выпилил там дырочку. Сейчас будем ставить туда кэпа на силикончик, наш other unit. Здесь сантехник копает, проводит свои трубки, там трубу целую. Так, ладно, будем ставить силикон, на силикон будем ставить кэп устанавливать.
в общем, все, сейчас буду соединять трубу с этой вещью. Опа! Сейчас буду соединять худ. Буду подсоединять эту трубу к тому отверстию селбы. Закручу тейпом, заклею тейпом стыки и засиликоню вокруг трубы вот то вот отверстие. Буду сейчас отрезать где-то 4 инча. Буду резать такими ножницами. Фирма тоже у меня Milwaukee. Можно сказать, все у нас от Milwaukee. Отрезаем. Делаем вручную. Еще приобрету. Я ножнички такие тоже буду делать, гармошечку ими. Дальше я даю тейпа на всю элбу. Все стыки проклеиваю. Делаю тейпом. И вот такой вот замечательной штучкой, сквизи называется здесь, сквичи, не знаю, буду затирать этот тейпис. Приглажу, чтобы он полностью приклеился. Все, сейчас буду ставить ее, устанавливать. Ну все, вот таким вот способом. Я ее установил, просто вставил. Сейчас добавлю вот в это расстояние, отмерю это расстояние, сколько у нас оно имеет, да, как будто чуть-чуть неровно. Ну, здесь будет кавер, сверху чехол такой квадратный. Здесь закрываться и до самого верха будет, поэтому не будет так она и глаза бросаться. Сейчас вымерю сколько здесь, вставлю трубу, затейпую ее и... Дальше так оставлю. Эти чехлы будут уже устанавливать там. Кому интересно, мне это не нужно. Ну все, я провел те же манипуляции с этой же трубой, с другой трубой. Сейчас буду ее ставить туда. Все. Встала. Вот так. Все. Сейчас мы здесь затейпуем и здесь кинем, и будет готово. Ну все, я установил ее полностью, но есть проблемка, розетка за трубой. Естественно, сюда она сейчас уже, вилка не втыкается, поэтому не знаю, что будет делать, уже это не моя забота. Я все сделал. Сейчас засиликоню здесь аккуратно. А может даже не силиконит. Я очень впритык все сделал. Даже возможно я не буду ее силиконить. Так как очень вплотную все сделано. Ну. На этом я завершу. Сегодня я вывел 2 худа. Да. Только 2 худа. И там по мелочам я заезжал на дома. Кое-что делал. Это я не снимал. Я постарался снять, показать, как эта вещь устанавливается. Ничего сложного здесь нет. В Америке это намного проще, чем это делается у нас. Выводить через бетон. И так далее. Здесь просто гипсокартон, стекловата и плайвуд. USB. Ну все. Спасибо за просмотр. Всем пока.